Арзанова Алина Александровна прислала денег и спрашивает. Вдоль участка лесополоса вся изгажена листоедом и пенницей. Есть погибшие деревья. Забор будет не скоро. Как разобраться с товарищами и, первое, изменить плачевное состояние растений. Второе, не допустить распространения вредителей и заболеваний на участок. Хочу в следующем сезоне начинать осваивать землю. Ну, прежде всего, забор, когда вы его поставите, он вам здесь ничем не поможет. Во-вторых, там такой масштаб вредителя, что вы с ними ничего не сделаете. А вот защищать собственный участок обработками октофит, октарофит, октоцит, фитоверм, битоксибацилин, липидоцид, вот эти препараты помогают очень хорошо. Каждые 7-10 дней делайте обработочку, можете добавлять прилипатель. И, в принципе, можете потихоньку, аккуратно пробовать это все выращивать. Хорошая новость в том, что обычно такие вот вспышки обострения листоеда, они длятся года 3-4, потом ситуация выравнивается.